Директора и учителя сельской школы в Жамбылской области подозревают в сокрытии смерти ученика. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Напомню, 30 апреля в средней школе села Кумжата Байзакского района ученика 9 класса избили в уличном туалете. Подросток скончался на месте происшествия. Тогда учитель сообщил родителям, что мальчику стало плохо после урока физкультуры и у него остановилось сердце. Но позже, после судебно-медицинской экспертизы, выяснилось, что несовершеннолетний скончался от удара в грудь. В убийстве подозревают 15-летнего школьника. Несовершеннолетний уже задержан, ведется следствие. Родители несколько раз говорили директору, что их сын не хочет посещать занятия из-за систематических притеснений со стороны старшеклассников. К сожалению, из-за непринятия руководством школы своевременных мер подросток погиб. В отношении директора возбуждено уголовное дело.